Ну что, Костя, объективно наше мнение, что как бы тут не говорили, что пробег 70, по факту где-то 150-200, да? АБС горит, как всегда. Ну, с АБСом завтра электрик тоже можем посмотреть. Но если заливать хорошее топливо, Каменс, ну хер с ним, пусть не миллионник, но до 500, до 800 проехать должен, правильно? Тем более там у тебя будет на объекте. Что скажешь? По электрике давай завтра утром, когда уже будет сам электрик непосредственно. Ну что, друзья, очень много нюансов, когда все-таки все бушное. Поэтому в данном случае в декабре все-таки предполагается, что да, будет предложение по хорошим шасси. Там самосвал, тягает, шасси, какой бы там, ну, после хорошего капитального ремонта. А все остальное все-таки пока новое. Потому что с бушными кумушками это. Ну, явно заказы не на декабрь, а январь-февраль. Что-то с камерой у меня происходит. Непонятно. Фокусируешь, что ли? Снег попадает.